О нейросети Kling AI, которая умеет создавать видео на основе текстового запроса, было много новостей. Ей раздавали довольно внушительные авансы, делая в основном ставку на инновационность и называя ее главным конкурентом Sora от OpenAI. Недавно Kling AI стала доступна по всему миру. И даже в бесплатной версии ее можно довольно-таки предметно потестить. Давайте посмотрим, что она умеет. Стартовая страница показывает нам лучшие результаты создания видео. И они, честно говоря, впечатляют. Посмотрим хотя бы один пример. На мой взгляд, для художественной сцены очень хорошо. Но давайте попробуем сначала создать что-нибудь реалистичное. Для этого нам нужно бесплатно зарегистрироваться. На счет будет начислено 66 кредитов, и этого хватит, чтобы создать 6 видео. С изображениями Kling AI тоже работает, но сегодня про видео. Какие данные мы можем внести в начале? Во-первых, сам промпт. Дальше баланс между креативностью и точностью соответствия запросу. Выбрать высокое качество в этой версии, увы, нельзя, как и продолжительность видео. Пока стандарт 5 секунд. Зато можно выбрать параметры видео. Например, сделать его вертикальным или изменить соотношение сторон. Еще одна доступная опция — задать движение камеры. Можете выбрать то, что вам интересно, а если не выберете, то Kling AI сама задаст его, ориентируясь на ваш промпт. И в завершении можете выбрать то, что хотите исключить из генерации видео. Например, попросить не делать коллажи, исключить визуальные эффекты и прочее. Ну что ж, попробуем сделать реалистичное видео. Промпт написал с помощью чата GPT. Сразу дадим сложную задачу — сгенерировать птицу, да еще и в движении. Обратите внимание, русский язык Kling AI понимает. Подождал я минут 10, не меньше. Смотрим результат. Можно развернуть видео. Пейзаж довольно реалистичен, к орлу, конечно, есть вопросы. Но это была сложная задача, повторюсь. Видео сохранится справа в разделе ваших прошлых генераций. Его также можно в любой момент скачать. Поставим оценку, поблагодарим за труд. Давайте попробуем сделать что-нибудь простое, какой-нибудь закат на райском острове. Заодно потестим промпт на английском, причем более подробный. Еле уместился в ограничение 2500 знаков. На мой взгляд, совершенно другое дело. Ну и последним попробуем создать что-нибудь художественное. Космос, астронавты, хай-тек. И давайте немного поменяем настройки. Сделаем вертикальное видео. Зададим движение камеры. И попросим не применять никаких блюров в видео. И вот что получилось. Смотрится крайне футуристично. Ну и в конце отмечу, что одна генерация видео стоит 10 кредитов. Вверху вы можете посмотреть, сколько у вас этих кредитов осталось. И тут хорошая новость. 66 бонусных кредитов — это на один день. В конце дня они сгорят, а вот на следующий снова вернутся. Так что пока лимит — 6 видео в день. Ну и больше никаких настроек, планов подписки и прочего в Kling AI пока нет. Тестируем и помогаем нейронке становиться лучше. На первый взгляд, возможности Kling AI действительно впечатляют, причем как в создании реалистичных видео, так и в создании художественного контента. В общем, если вы ищете мощный генератор видео, то Kling AI обязательно достоин вашего внимания. Поделитесь в комментариях под этим видео своим впечатлением от этой нейросети. Будет очень интересно послушать ваше мнение. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное — оставаться людьми. Во всех смыслах. Меня зовут Александр Рыбаков, теплица социальных технологий.
We'll be right back.